Всем привет, это Алексей и канал «Простая кухня» для вас. Сегодня буду готовить бигус из свежей капусты. Для приготовления мне понадобится мясо, я взял свинину, капуста, лук, морковь, свежая зелень, томатная паста, соль, масло растительное и черный перец. Мясо нарезаю небольшими кусочками. Лук нарезаю кубиками. Морковь натираю на терке. Разрезал капусту и нашинкую ее. Нарезаю зелень. Разогрел казан с растительным маслом, обжарил мясо. На обжарку мяса ушло 20 минут, мощность плиты средняя, обжаривал двумя партиями, чтобы получить румяную корочку. Во время приготовления мяса я его посолил и поперчил, добавляю лук и продолжаю обжаривать. Через 5 минут добавляю морковь. И буду обжаривать, пока морковь не станет мягкой. Через 5 минут добавляю томатную пасту. И закладываю капусту. Капусту буду закладывать частями по мере ее ужаривания. Первую партию капусты отправил и прикрою ее крышкой. Как только всю капусту отправил в казан, я все хорошо перемешал. Добавлю 100 мл кипяченой воды. Накрою крышкой и оставлю на 2 часа. 2 часа прошло, я выключил плиту и дам отдохнуть бигусу 10-15 минут. Бигус готов, при подаче добавьте свежую зелень. Приятного аппетита и до встречи на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте лайки.